Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой сцены на проекте Мазинку Реплей. Все ссылочки есть в описании под видео. Также, пацаны, не забывайте вводить по промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Если вкачаете 10 уровень, этих денег вам хватит, чтобы купить себе квартиру, машину и просто играть, кайфовать. Поэтому обязательно вводите мой промокод, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а сегодня, пацаны, будет довольно-таки интересное видео, которое, я думаю, еще никто не снимал, то есть реально будет очень интересная и полезная информация для тех, кто хочет реально очень много заработать бабок, просто узнать о том, какой есть очень прибыльный бизнес и как вообще с него получать деньги. Поэтому, пацаны, смотрите видос от начала до конца, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте постараемся на этом ролике до 200 лайков. Ну а речь сегодня пойдет именно про такой бизнес, как транспортная компания. А как там можно очень много заработать денег? Именно с Обиноград можно заработать очень большие деньги. Буквально за полгода вы можете заработать около 2 миллиардов, если у вас будет все хорошо идти. Поэтому я решил записать такое видео и рассказать вам. И сегодня в этом ролике я вам наглядно покажу, как происходит обмен наград вообще. Как он происходит, что там нужно делать и так далее. Я вам это все объясню, покажу. Начнем с того, что вообще такое транспортная компания. Транспортная компания — это просто компания, в которой есть фуры и на которую работают просто люди. Работают люди, которые катают рейсы, как бы и себе зарабатывают деньги, и зарабатывают деньги в компанию. То есть просто работают дальнобойщиком. С помощью того, что есть определенный топ, получается, компаний, то есть какая компания за 3 часа накатает больше всего рейсов, та получает награду. Награда... она дается одна, получается, в 3 часа. И потом эти награды можно обменивать либо на фуры, ну, то есть на обменник фур, либо на деньги. Но если у вас уже есть фуры, то, понятное дело, вам это делать не нужно. И вы можете награды обменивать, получается, на деньги. Но если вы обменяете награды только на одного себя, то это будет невыгодно. Именно поэтому есть определенная схема, с помощью которой можно зарабатывать очень много бабок. Смотрите, пацаны, получается, вы работаете месяц, я вам примерно говорю, вы работаете месяц, и если вы будете каждый день забирать награды, это получается 222 награды. Это если забирать именно каждую награду, каждый раз, каждый день. Вот тогда у вас получится 222 награды. Именно почти столько же было у нас на обмене наград недавно. Этот обмен наград вы чуть позже увидите, в принципе, все поймете. Давайте объясню вообще, что нужно делать, чтобы реально так зарабатывать. Во-первых, вам нужно купить транспортную компанию. Желательно, чтобы там уже было около там 8-9 фур, чтобы люди могли у вас работать. Второе, что вам нужно сделать, это принять в компанию именно личные тягачи, то есть личные магнумы, которые будут катать на вас, потому что у личных магнумов большое преимущество, чем у магнумов из компании, потому что на магнумах из компании нету чипов, и они очень медленно ездят, а именно личные магнумы, у них есть третьи чипы, вторые там и обычные чипы, и у них очень большое преимущество. Именно поэтому, если вы возьмете в компанию много личных магнумов, там около 15 штук хотя бы, которые будут работать каждый день, то вы спокойно сможете каждый раз забирать, получается, награду за большее количество перевезенных рейсов. Но в любом случае вам нужно будет платить деньги личкам, чтобы они на вас катали, потому что им будет невыгодно на вас катать, потому что они могут работать на себя. Чтобы больше привлечь, получается, лички, то есть личные магнумы, чтобы у них был интерес, просто как бы составьте некий договор, то что когда пройдет месяц, вы накопите награды, и когда будет обмен наград, вы просто им дадите некую долю. Ну да, ладно. Давайте даже 5 лямов возьмем. 5 лямов — это, в принципе, уже неплохо. Я думаю, вы со мной согласитесь. То есть вы на себя катаете, зарабатываете деньги. Если там будет процент больше, то вам будут деньги эти возвращать, если вы договоритесь, получается, с владельцем компании. Ну и еще в конце того, когда будет обмен наград, вы получите еще бабки сверху. После того, как вы накопили награды, вот, например, вы накопили уже нужное количество наград, что вам нужно делать? Вы на весь сервак объявляете о том, то, что будет обмен наград. И указываете там, допустим, 8 часов вечера встречаемся возле банка Арзамаса. Люди
люди выстраиваются, получается, делают строй, и вы по очереди у них берете деньги. За что вы берете деньги? За вклад. Получается, допустим, с наград они получат, допустим, 10 миллионов, например, я говорю. И вы за вклад, за то, чтобы они вошли, получается, на обмен, берете, например, 7 миллионов. То есть люди закидывают 7 миллионов и в итоге получают плюс 3 миллиона. В этой теме, тем более, очень много желающих и реально не хватает просто места. Места в компании хватает для того, чтобы все поместились, желающие, на обмен наград. Вот реально очень много желающих, потому что это реально очень выгодно. Выгодно и владельцу компании, и тем, кто участвует в обмене. Это реально всем просто выгодно, и многие в этом участвуют. То есть реально, вы, допустим, закинули 7 лямов, и потом на выходе вы получаете 10 лямов. То есть вы получили свои 7 лямов, которые вы закинули, и сверху еще получили 3 ляма за то, что вы просто постояли, просто полчасика подождали, и все. И вы получили бабки. Я считаю, это очень круто и очень прибыльно. Вот, допустим, недавно у нас был обмен наград. Это было 3 дня назад, получается. Был обмен наград. И заработал, получается, владелец компании. Чистая прибыль составила около 300 миллионов, пацаны. Это реально очень жестко, я считаю. То есть, примерно 300 миллионов буквально за месяц он заработал. Я считаю, это очень круто, потому что я лично работал на эту компанию. Я помогал им брать топы. То есть, 300 лямов приносит месяц. Ну, я не знаю даже что, там, допустим, аптека какая-то, аптека либо нотариус, вот эти бизнесы, возможно, могут приносить вам в месяц 300 миллионов. Но вы скажете, типа, бизнес это совсем другое, потому что там просто продукты заводишь, оплачиваешь. А здесь как бы нужно работать, потеть, как бы следить за тем, чтобы люди работали, брали награды. Заниматься ТК намного сложнее, чем просто держать бизнес. Я с вами согласен, но зато интерес намного больше. Реально, этот азарт, чтобы взять награду, все работают, вы сидите в Дискорде, то есть очень крутая атмосфера, потому что я лично работал с ними этот месяц, ну точнее прошлый месяц, я с ними работал, как бы мы зарабатывали награды, и реально было очень круто и атмосферно, пацаны. Просто сидит там 15 человек в Дискорде, все катают, общаются, это реально, пацаны, очень круто. Тем более, знаете, какая разница между бизнесом и компанией? Чтобы купить хороший бизнес, нужно потратить, ну, 500 миллионов, это минимум. Понимаете, это минимум, нужно потратить 500 миллионов, чтобы вам бизнес приносил в день хотя бы 1 миллион рублей. Насчет аптеки и нотариусов я вообще молчу, потому что аптеки начинаются там от 700 миллионов рублей. Это минимум, именно на первом серваке. Насчет остальных серваков, пацаны, я в принципе не знаю. Поэтому ТК вы можете купить за 100, за 150 миллионов. Где будет там, допустим, 8 магнумов, может быть даже больше. То есть это реально очень выгодно. То есть вы буквально там покупаете, допустим, ТК за 100, за 150 лямов. И вы эту ТК можете окупить за месяц. И даже заработать с нее очень много бабок. Но для этого нужно будет хорошо работать. Реально нужно будет попотеть. Но все равно, пацаны, сама суть. Вы вкладываете 150 лямов, и за месяц, если все охуенно, вы получаете 300 лямов. То есть вы за месяц отбиваете свои деньги, которые вы потратили на ТК, и сверху еще зарабатываете 150 миллионов. Но здесь, пацан, нужно уметь. Вот Карлос Форетто, он реально красавчик, он лично этим начал заниматься, он как бы пришел просто с голой жопой, и буквально за несколько месяцев, а вроде бы, если не ошибаюсь, за 4 месяца, он смог заработать больше 1 миллиарда с помощью того, что делал обмен наград. Поэтому, пацаны, я вам сейчас предлагаю посмотреть кадры с обмена наград, чтобы вы наглядно посмотрели, как это все происходит.